Поздравляем с первой победой. Что можешь сказать об игре? Ну, была тяжелая игра сегодня. Динамо Рига хорошая команда. Хорошо, что нам удалось первым забить 3 гола. Я думаю, это предопределило исход матча. Все равно плюс такой лед плохой у нас. Очень тяжело играть на нем и физически, и, ну и вообще, я думаю, и нам, и им было. Ну вот, потом уже более-менее сдержали счет и завершили до логического. С большинством так пошло, не все получалось на предсезонке в этом компоненте? Ну, отрабатываем тоже мы. Да, на предсезонке, может быть, не так получалось, сейчас, видите, получилось. Плюс немножко запутали их защитой своей, выпустили не тех, кто должен быть. Я думаю, немножко это их смутило. Вот сейчас значительно обновлен состав команды Сочи. Как? Не ожидалось то, что будет, ну, настолько она результативной. Как вы можете охарактеризовать, что команда сыграла сегодня? Может, помог вот этот вот туман, который не первый раз уже здесь? Да, не, ну... да, у нас каждый год меняется команда, в принципе, на 50%. То есть ничего здесь страшного. Это, я думаю, много в любых командах так происходит. Играли все хорошо, бились, и все друг за друга играли. Ну да, конечно, туман, это ничего с ним не поделаешь. Ну, таковы у нас условия сейчас. А так по команде все отлично.